Всем привет! Меня зовут Маша Матусова, я повар еды и наставник в школе еды. Осень – сезон тыквы. И хотя тыкву можно купить в магазинах круглый год, именно осенью она самая ароматная, сладкая и вкусная, особенно если вырастили ее сами. Считается, что чем ярче мякоть тыквы, тем она более сладкая. В магазине сложно это проверить, поэтому мы купили две разные, одна чуть более яркая, другая чуть более бледная. Сейчас проверим, так ли это. Кстати, если у вас выросло много тыквы или вам ее отдали друзья или родственники, ее можно заготовить на зиму. Для этого ее нужно очистить, нарезать на кубики и отправить в морозилку. Так она будет занимать гораздо меньше места и точно не испортится. Ну что, давайте проверим, какая из них слаще, ярче. Так, у этой тыквы более темная кожа. Посмотрим, ярче ли она. Да, действительно, та тыква, у которой более яркая кожура, оказалась более яркой внутри. Ее мы возьмем на пирог, а из более бледной тыквы мы приготовим тыквенный суп-пюре. Кстати, классный лайфхак. Тыкву для суп-пюре можно не очищать. Мы будем запекать ее прямо на кожуре, и после того, как она запечется, мякоть сама легко отойдет от кожуры. Для начала избавимся от семян. Проще всего это делать простой столовой ложкой. После этого нарежем тыкву на сектора. Чем тоньше будут сектора, тем они быстрее запекутся. Переложим тыкву на противень с фольгой. Фольга нужна для того, чтобы тыква быстрее приготовилась, потому что она отражает тепло. Теперь тыкву нужно посолить, поперчить, положить пару веточек пряных трав. Я взяла розмарин и тимьян. И немножко полить медом. Так тыква карамелизуется и будет еще слаще. Готово, можно отправлять в духовку. Я буду печь тыкву примерно полчаса до мягкости при 180 градусах. Пока тыква печется, начнем готовить тыквенный кекс. Для начала очистим тыкву от кожуры. Не пробуйте чистить тыкву овощечисткой, кожура слишком плотная для этого, поэтому очистить ее удастся только ножом. Теперь нарежем тыкву. Не обязательно, чтобы кусочки были ровные, главное, чтобы они были примерно одинакового размера. Так тыкву приготовится равномерно. Для этого рецепта нам понадобится тыквенное пюре, поэтому тыкву мы сварим, так удобнее контролировать консистенцию пюре. Заливаем тыкву водой так, чтобы она покрывала ее полностью. Тыкву нужно варить до готовности, до мягкости. Точное время я сказать не могу, потому что это сильно зависит и от сорта тыквы, и от размера кусочков. Когда тыква будет готова, нужно отлить стакан воды, в которой варилась тыква, для того, чтобы потом мы могли отрегулировать консистенцию готового пюре. Тыква готова, теперь ее нужно пробить блендером. Пюре готово, много жидкости мне не понадобилось. Оно не должно быть слишком густым и слишком жидким, но должно хорошо держаться на ложке. Теперь пюре нужно остудить. Кстати, такое пюре тоже можно замораживать. Его можно заморозить либо в контейнере герметичном, либо в зип-пакете. Тыквенное пюре почти остыло, поэтому можно приступать к приготовлению теста. Для начала смешаем муку, разрыхлитель, соду и соль. Еще я добавлю в кекс смесь специй для тыквенного кекса. Я их смешала сама. Здесь имбирь, мускатный орех, кардамон и корица. Сухие ингредиенты, как правило, смешивают отдельно, чтобы не было комочков отдельных теста, отдельных комочков специй и так далее. Так они будут все равномерно промешаны в тесте. Теперь смешаем яйца с сахаром. Яйца с сахаром будем смешивать до растворения сахара. Начинать лучше с небольшой скорости, потом ее можно повысить. Яйца с сахаром сбились, они стали такие белесые. Сахар растворился, теперь можно добавлять масло и тыквенное пюре. Тыквенное пюре должно быть холодным, потому что оно может заварить яйца, если оно слишком горячее. Продолжаем замешивать. Когда смесь стала однородная, можно добавлять муку. Тесто готово, его теперь можно переливать в форму. Форму лучше простелить пергаментом. Такие длинные края мы оставляем для того, чтобы кекс можно было легко вытащить, когда он будет готов. Еще сверху кекс можно присыпать сахаром. Это сделает его корочку еще более хрустящей. Отправляем в духовку примерно на час на 180 градусов. Тыква готова.
Пряные травы нам больше не понадобятся, их можно выкинуть. Тыкве нужно немножко остыть, прежде чем мы будем снимать с нее кожуру, поэтому подготовим остальные овощи. Крупно нарежем морковь, лук, имбирь, его можно чуть помельче, и пару зубчиков чеснока. Теперь это все нужно обжарить. Можно обжаривать прямо в той кастрюле, в которой мы будем готовить суп. Крупность нарезки здесь совершенно не важна, потому что в итоге это все равно будет суп-пюре. Для начала нам нужно разогреть кастрюлю и растительное масло в ней. Можно еще добавить немножко оливкового масла, так будет ароматнее. Немного подрумяним овощи на сильном огне. Когда овощи подрумянились, уменьшите огонь, залейте овощи стаканом воды и оставьте тушиться до мягкости моркови. Пока овощи готовятся, займемся тыквой. Кожура очень легко отходит. Теперь тыкву нужно крупно нарезать. Добавляем тыкву в кастрюлю. Заливаем кокосовым молоком. Кстати, суп веганский, постный. И можно еще добавить немного корицы. Перемешиваем и варим еще 5 минут. Через 5 минут суп можно пробить блендером. Теперь, когда суп пробит, можно посмотреть на его консистенцию. Например, если он слишком густой, можно добавить еще кокосового молока или воды. А вот если он слишком жидкий, это уже посложнее. Поэтому лучше добавлять кокосовое молоко постепенно и уже на этапе пробивания супа добавить еще. Теперь, когда консистенция вам нравится, его нужно попробовать и понять, сколько нам нужно добавить соли или перца. И прокиптить его еще раз, чтобы он дольше хранился. Желательно делать это на среднем огне, чтобы кокосовое молоко не свернулось. Суп готов, кекс тоже готов. Суп мы будем подавать с жареными тыквенными семечками. Слегка сбрызнем его оливковым маслом. Кексу нужно дать остыть на решетке, для того, чтобы его дно не отсырело. И когда он остынет, его можно нарезать и подавать, например, со сметаной или со взбитыми сливками. Подробные рецепты этих и других блюд ищите на сайте еда.ру. Готовьте, экспериментируйте. Приятного аппетита!